Какая она шелковистая, Миша. Сейчас. Все. Она прям шелк. Прям шелк. Роза не понимает. Просто так взяли и гладят. Дай посмотрю. И она даже не подошла. У меня даже сукровицы пропали. Вы слышали, что я приехала? Да вы мои золотые. Пойдемте. Ты че? Ой, лиса сразу убегает. Ой, хвостик и булькает. А чего такой серьезный? А где персик? Там, где-то лазит. Персик, иди сюда. Персик, персик. Ну какой он хороший. А мама, ты... вылечили от дельфинарии. Я уже читала. Зацелую. Зацелую. Где персик, Джан? Нюма мой. А где вообще персик? Мало ему сидит, да? Там... Говорит, меня гладит. Болеет до сих пор? Да не, нормально было, то он... А что у него было? Аллергия, хвост посмотри. Да, ой, хвостик. Заживает уже? Да, ничего нету. Не, есть, есть еще. У него тут что? Ну, все у него там. Ой, да, это тут были, у тебя все зажило, Конечно, похудел, на 7 килограмм похудел. Да? 57 весь, а нет, он похудел на 7 килограмм и на полтора снова прибавил. Я смотрю, он худой, то он как бы не такой жирный, как я была. Теперь мне пора худеть. Смотри какой, он правда похудел, у него и морда меньше стала. Вот тут чуть-чуть болят. Он на 7 килограмм похудел, а потом на полтора килограмма поправился. А почему поправился? Ты его много кормишь? Ну да. Ну, ну он так просить начинал. Так просить начинал. Он сделает и все. Персик, ты такой стройня. Он правда морда стройная стала. Ты представляешь, 7 килограмм потерял. Как он мне просил. Да, морда стройная. Что я начал увеличивать его паёк. Я тебя не знаю. Ты прям все время какая-то новенькая. Мы по горам, знаешь, сколько ходили, я чуть не сдохла. У меня сразу минус 2 килограмма по горам и только фрукты. Он самый лучший пес в мире. Он такой, да, хороший? Сейчас персик обидится там. Персик уже. И Роза тут сидит. В смысле самый любимый пес в мире? У меня теперь вот здесь опухает. А почему? Ну, чтобы ровно сделали и стопа выпрямилась. Ну да, почему опухает? Ну потому что деформированная. Кошмар. Смотри, они одинаковые, Наташ. Смотри, смотри, смотри. Там, где голова, у этого хвост. Смотри, смотри. Миша, подтяни меня поближе, какие они одинаковые. Не, это далматинистый. Да, смотри, скоро будут одинаковые. Ростом одинаковый. А че он такой завис? А он кайфует, когда его гладят, когда с ним общаются. Да, когда мышки чинят. Говорит, давай, че, ты че? Тебе будет что-то типа продолжения обеда? Все, смотри, смотри. А я уже могу садиться на тебя. Ты че? Ну я же легче уже. Ты че делаешь? А он тяжелее. Че делаешь? Вот ребенка надо. Говорит, слази. Сейчас я тебе за туалет. А как, хорошо кусаться было? Хорошо? Хорошо кусаться было? Не было такого, говорит, а не было. Все видят. А ты докажи, говорит. Сейчас. Так, собаки не дождутся тебя, но шагу иди, не ступят. Хороший песик.
Ой, горланистый, ой, горланистый. Ого, он с меня ростом уже. Чуть-чуть осталось. Осталось вес. Я его никак откормить не могу. Никак не толстеет. Тут три собаки никак потолстеть не могут. Это ну... Ох, ты что, Роза, ревнуешь, что ли, да? Ревновака? Стукнулся, она же не может такого и потерпеть. Смотрите, это Кузьма Дмитриевич. Стоит и ждет. Король. Там луна смотрит, глаза светятся. Тихо. Ой, Кузьма Дмитриевич, смотрите, какой он красавчик, спортсмен, комсомол. Мама тут еду нарезает, и он такой, я уже здесь. Я уже пришел. Кормите меня. Вот посмотрите, Кузя, мама режет сверху мясо, посмотрите. Он прям смотрит вверх, он никогда в жизни так не делал. Вот этот взгляд надо еще раз заснять. Он прям смотрит вверх. Ой, ты как. Ой, все, вкусал. Говорит, так, что там? Все, он наверх смотрит, прям на стол. Да, он. А он что, видит уже? Да он давно видит. Это врачи сказали, что он не видит. Прикиньте, смотрите, он как наверх смотрит. Нормальный ход был бы. Смотрите, как он смотрит. Смотрите. Сейчас Кузя подойдет к столу. Он не просто. Он не с первого круга просто заходит. Мам, покажи ему. Но он с какого-то круга, да, прям на стол засматривался. О! А, просто нужно, чтобы мама начинала давать, тогда он подумал. Да, короче, он скоро станет совсем нормальным котом. Будет ходить, мяу, да. Мурлыкать. Виола, принцесса королева. А, ты снимаешь? Вот Виолу с изюмом можно пристраивать, Виола ему спуску не даст. Нет, Виола ему лещей надает, но он будет как джентльмен терпеть. Изюмом, я такой изюм Виола. Да не убьет. О, Сильва, мама Марсика и Семки. Очень ищет мам. Папа, смотрите, мама ищет мам. Мама ищет мам. В поисках, да, в поисках. Папа ищет папу. Ой, какая ласковая Сильва у нас. А, дедушка ее любит. Ой, ты какая Сильва какая. Трехцветную? А, Виолу, принцессу королеву? Вот эту вот, которая вверху? Вот сейчас для кошечек еду взял, сейчас оплатим по-быстренькому и поедем. Да. Он высокий стал. Ты попробуй, вот брось и попробуй за шею схватить, он дернется, но так как ты хозяйка, ничего не будет. С другой стороны, неожиданно для него. Нет, вот так он облизывает меня. Ну он просто как... У него инстинкт то, что... Хвостик, хвостик. Хвостик, були-були. Такая, вот так, так. Мамулик! Что такое, Гаян? А что ты испугалась? Но он не понял, кто там, Гаян. Гаян думал, что Нукер сейчас его порвет, маму. Что случилось? Слышь, он что маму мою не загрыз, что случилось? 5 минут назад он там песни пел. У-у-у-у. Я пришла сюда, я крикнула на него, чтобы он за ночь ушла. Жесть, ты видела это? Он, ты видел, как он бежал на нее? Но он не понял, кто. Подбежал, понюхал, понял. Я вообще в шоке. Я вообще спокойно отнесся к этому. А я не спокойно отнеслась. У меня одна мама. Я же знаю, что он наш маленький мальчик. Она его гладит, она его это. Он запах ее знает. Ну ты что, с кем мы играться будем? Мама, ты видела, он тебя чуть не загрыз? Нет, не видела. Я не чувствовала от него. Вот когда он тебя чуть не загрыз, ничего, второй раз полезла. А мама. Ничего, а вот мама, это святое. Так, то, как он дернется на маму, как, кто его гладить видел, будет? Это была правда, реакция. Кто его гладить будет? Или он всех хозяев поперегрызет? Кто его гладить будет? Он прям кинулся, как на чужого человека. А он не понял, он думал, что... Он тебя защищал, понимаешь? Не защищал, он территорию защищал. Ты сейчас пьян, что ли? Одела
сейчас вот эту. А вот так, если будет, это чужой, он загрызет. Да. Он выкинется. И как мы его отдадим? Ну а как я его приручала? Ему нужен серьезный... Ну как ты его приручал? Два раза тебя укусил. Нет, намордник, и все нормально будет. А и дело времени. Караул, он чуть его не загрыз. Дай-ка я, просто он перепутал, и все. Перепутал? Я вообще, у меня даже близко... Ты видела? И мама-то тоже не испугалась. Я видела, я одна испугалась. Ты одна испугалась? Чего испугалась? Гаян, ты что на него села? Кто он эту кучу сделал? Потому что вес позволяет. Дукер! Дукер! Что случилось? А? Как он меня напугал, а? Ты одна напугалась. Маме пофигу, мама. Он бежит. Я не то. В шоке от ее реакции. Ладно, Гаян, что, он укусил ее? Гаян? Он укусил ее? Гаянчик, нет. Гаянчик, у этой собачки, вот у этой, у нее с глазок. Я знаю, нужно протирать. Гаян, у нас времени мало. Протирать надо каждые 5 минут, понимаешь? А че он не двигается? Я же на нем сижу. Ну ты ж сидишь, глянь, тебе штаны. Обслюнявил. Обслюнявил, потому что любит. Поэтому и слюнявит. Да красавчик ты мой. Уши, уши, уши. Уши такие уши. Эдди, иди сюда. Ты тут постоянный наш. Поехали. Смотри на Вилли, на Вилли. Смотри. А я на мукере уже минуты 5 сижу. Ну, брось его, пойдем. Смотри, как чухается. Миша. Ты видишь, какой он любвеобильный? А, уже мукер уже вылезти из-под тебя хочет. Потому что ты становишься на Вилли тяжелее, на одного Вилли. Миш, почему он такой хороший и плохой одновременно? Я только что хотел сказать, тоже хороший. Хороший и плохой одновременно. Чуть инфаркт у тебя не случился, когда на маму побежал. Это было страшно. Гаян. Роза, скоро. Если бы он на тебя побежал, я тоже бы подумал, ну сейчас Гаяна погладит его. Розик. И так же я насчет на мамы подумал. Ну сейчас маму погладит. Все, я теперь грязная. Опа. Кто это у тебя сидит? Да. Тишка, грязные штанишки? Коричневая вот здесь. Черный. Черный, как я. Ой, Тишка, ой, какой Тишка. Коричневая, это моя кошка. Да.